придется позвонить, наверное. Какая красота! Так, я, кто здесь воду видит? Смотрите, мы здесь заплатили 12 евро, а вчера это недорого, потому что вчера только мы заплатили за воду 5 евро, почти 5 евро. Так, быстрее дорогу переходим, быстрее. Садитесь с машины. Дверь заправляется. Садитесь. Так, Алина, не садись. Потому что надо воду выпить. Алина, сосочкой? Ты что, маленькая? Сколько тебе лет? Или это кое-кто пранк нам устраивает? А ну? Пранк. Это же конфета. Это конфета-соска? Покажи на камеру. Алина, а он что-то умеет делать? Умеет. Что? Вау! Я первый раз такой вижу, чтобы она светилась. Выезжаем из города Мюнхен, направляемся в Швейцарию, в Женеву. Как вкусно. Всем привет. Ехать отдохнули. Нам. Ехать нам в данный момент 584 километра до Женевы. Это 6,5 часов примерно, плюс-минус. Вау-вау-вау, пожелайте нам удачи. Швейцария нас ждет. В Италию, скорее всего, возможно, мы не увидим, да? Италию проедем, да еще раз. Южнее, да еще дальше. Оставим эту поездку на следующий раз. Хорошо отдохнули, дети хорошо отдохнули. Возле гостиницы была классная игровая. Мы все покатались, даже Мир покатался, я покатался несколько. Хотя ты не особо любитель. Да. Туалеты не платные, потому что до этого, где мы останавливались, мы в 3-4 местах, они везде были платные. И какая стоимость? По 1 евро. На одного человека, независимо от ребенка. 1 евро, это получается 500 тенге, на нашу семью 2,5 тысяч тенге. Ну, это супер дорого. Просто туалет сходи, 2,5 тысяч тенге. В общем, короче, мы зашли, посмотрели, что поняли, что это очень невыгодно. Потому что дети всегда хотят туалет. Приходится как-то импровизировать. Бывает, что мы не дотягиваем до туалета и приходится нам где-то прямо у дороги. Я вам сейчас покажу туалеты, вот эти вот дорожные, да? Вот мне то, что нравится, она сенсорная. То есть можно не дотрагиваться. Ну, вот, я думаю, вот, получается, можно будет нажать на кнопку, и здесь бежит вода. Ну, по ощущениям, кстати, здесь очень умно придумано, решетка для того, чтобы не простаивался воздух, это как натуральная вентиляция, да? Решили, чуть-чуть маршрут поменяли, с Мюнхена мы не едем в Женеву, в Швейцарию, мы маршрут поменяли на Лихтенштейн, такая маленькая страна, которая одна из богатейших стран Европы. Это получается богаче, чем Швейцария даже. Швейцары едут работать в этот город, в эту страну, в Лихтенштейн. И мы выедем сейчас в Лихтенштейн. Мы снимем видео. Там, думаю, природа должна быть обалденная вообще. Да, кстати, мы наслышаны, мы смотрели. Мы, кстати, про эту страну узнали, когда мы еще жили в Турции. Да? А кто знал про эту страну? Если
Если кто знал, поставьте лайк. Напишите под комментариями, кто знал про эту страну до нас. Ребят, подписывайтесь на наш канал. Мы очень стараемся. Мы будем выкладывать все в мельчайших подробностях, что сколько стоит, вплоть до платных туалетов. Поэтому, кому нравится, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ехали на придорожное кафе. Здесь же есть стоянка. Да. Вот вы можете увидеть домики. Кстати, вот таких вот домиков очень много. Это, кстати, моя мечта. Очень большое место для парковок. Здесь есть пространство, где можно покушать, кафе. И сейчас мы находимся в Германии. Мы на границе с Лихтенштейном. Как классно. Обратите внимание, какие красивые горы. Вау, смотри, смотри, на вершине горы дома, смотри. Вау. Смотрите. Горы. Да, видно. Дети не каждые 2 часа ходят в туалет, а каждый час, потому что недавно мы были час назад только. Часа вот, нет, дети еще, захотели. Минут 40 даже, дети захотели. Вот сейчас ищем место, где можно перекусить и... О, какая тут красота! Боже мой! Туалет хочешь? Пойдем, мы сейчас с Амиром пойдем. Туалет пойдем. Как красиво. Один ручку давай. 50 центов. А, надо будет, наверное, гуглом, да? Гугл переводчик сделать. Так, что такое? 9. В общем, мы подозреваем, что здесь дорога платная. Стоимость дороги 9,90 евро. А в Литве, кстати, на грузовой машине 15 евро. Так, тоже. Значит, здесь дешевле. Ну, далеко. Все. В данный момент мы находимся в Австрии. Так как какая-то небольшая территория. Через небольшую территорию надо проехать Австрии, чтобы попасть в Швейцарию. В данный момент мы находимся в Австрии. Круто, да? Hello. Hello. Мы на территории Австрии. Вот я хотела показать здесь ценник того, что мы заказали. В общем, мы заказали маргариту. Стоимость 9,90, 30 сантиметров. Потом мы заказали бургер. Бургер стоит 8 евро. 8,60 это с сыром. Мы заказали вот 2 таких и 1 такой. Ну, по виду здесь очень аппетитно смотрится. А мне там вот эти вот рассказывают. Да, можно, можно. А Аделя, там не было такого еще? Один только? Ну, рисуйте. Вот такую пиццу нам принесли. Всем дети приятного аппетита. А мы тут... Ну, это мята. Сори. Резали пиццу. Вечно недовольная. Кто я? Мама Андра. Так, австрийская пицца. Австрийская пицца. Ехали мы куда? Ехали мы в Швейцарию, мы, блин, оказались в Австрии. Представьте, мы Чехия, Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария. Сколько стран мы сегодня повидаем? Скажите, пожалуйста. Очень много. Значит, много. Это наша третья страна, да? Третья страна, да. Мы же 5 стран объедем. Угу, мы сейчас в Австрии находимся. Да, Лена? Да. Мы с сыром, да? Так, с сыром, подожди. Вот это все с сыром, да? Ну ладно, ладно, ладно. Да, ничего страшного. У меня вот сыр, да? Здесь. Аделина. Надеюсь, не как вчера будет. Нет, здесь по. Вкусно? Угу. Где
дети действительно довольны. А в общем, мы... Австрия, вот за этими горами Швейцария находится. Мы в таких странах, мы смотрели только на Ютубе, мечтали. Помнишь, когда мы в Турции жили? Держим свой путь дальше. Будем вам все так же снимать, показывать. Ну что, дети, наелись? Вау! Все вот. Довольны, все подкрепились. Теперь можно дальше ехать. Австрия, до свидания. На границе Австрии и Лихтенштейна. Сейчас только мы ехали, горы были перед нами, огроменные горы. И мы все это время сейчас под горами едем. В туннеле вообще супер как-то этого. Такая гора была, не представляете, прям. Гора горой. Лихтенштейне тоже надо побывать. Гора красота, да, все? Вся красота в горах. Гора на горах. Ты поехали там, да? Да, поехали. Ты в Женеву? А что, Лихтенштейне хочешь видеть? Ну, видели уже. Да? А что здесь такого? Ничего прям вау! Нет. Природа такая красивая. Природа. Смотри, как кирпичи покладывают. Боком, да? Боком положили, это очень дорого. Да? Очень точно, боком, точно. Обычно кирпичи положили. И вышло очень красиво. Это на стены кирпичи положили боком. Ну, а то я поэтому... Есть.
Да, тут мы хотя бы не умеем готовить. А здесь получается... Кто-то здесь будет спать, да? А здесь постель есть? Где ванная? А, есть. Да, в принципе, круто. Здесь как-то... Но маленькие эти. Здесь как-то не круто. Я буду как-то... Катя, здесь нам удобно убираться. Пасха? Пасха? Там пасха, мамаш. Я не ожидала, что я этим летом буду в Швейцарии. Что, отдыхать будешь? Ты отдыхать будешь, правильно? А я хочу быть на балконе. А ты нашу комнату знаешь? Да. Какая? 08. Ну все, давайте пошли. Телефон есть, зарядки есть, раздевайтесь. Одевайтесь, переодевайтесь, в трусах ходите. Все, если что, заходите к нам. Я пошел спать. Все, не беси. А я солнце и кубоке. Приятного всем аппетита. Спасибо. Вы кушаете спасибо. На улице, ой, то есть вернее на балконе. Сегодня мы поели кукурузу, ой, арбуз. Сегодня мы поели арбузы. О, здесь троллейбусы, видите? А мне нравится. Больше красивее троллейбусы. Больше красивее? Угу. Они современнее выглядят. А куда мусор? Кстати, сейчас все магазины закрыты. Даже Мигрос закрыт. И здесь магазины работают только до 8. И все супермаркеты, и гипермаркеты, и торговые центры, они закрываются в 8. Амирчик нету, мы только сегодня 2 купили. Если хотите, завтра еще турецкий магазин пойдем. Кстати, мы сегодня сходили в турецкий магазин, закупились продуктами. Вы сейчас чай хотите? Да. Сейчас сделаю. Вот это. В общем, купили мы сегодня. Сейчас. Купили мы сегодня турецкую колбасу. Авокадо. Зелень для того, чтобы я сегодня приготовила жаркое. Но я решила, что сегодня готовить не буду. Я приготовлю завтра утром. В обед, вернее. К обеду. Здесь купили мы мясо. Да, мясо как я не люблю. И здесь турецкое у нас мясо. Это халяльная колбаса. Халяльная. Вот купили мы арбуз. Надо было это все снять, но сегодня все были очень голодные, поэтому сегодня мы просто не успели. В общем, здесь у нас мандарины, здесь у нас картошка. О, мандарины я и бью. Кстати, мы сегодня сходили в ресторан. И что мы поняли, что в ресторанах предложили нам спагетти за 15 тысяч тенге. То есть примерно плюс-минус за эту же сумму я в Польше покупаю целую корзину продуктов. И мне его хватает только на 2 дня. Ну, вернее, целых на 2 дня. Мама, чай? Нет, я уже убрала там все. Мама, нет, я хочу просто... Ты что, серьезно купил? Конечно, купил. В Швейцарии же все с 8 часов закрываются. Да как это все купил? Купил соль. Я купила жаркое и поняла, что я не докупила соль. Там, что там, хлеб купил? Нет, ничего невозможно. Ну ты молодец, Тема. Так, ну тогда давай завтра уже приготовим, да? Жаркое к обеду. К обеду? Что, сейчас да хочешь приготовить? Ну не к обеду, а там... Всем приятного аппетита! Мне тоже такое впечатление оказалось, что я в аэропорту. Мне тоже. Ты тоже, да? Придорожная. Я просто в шоке. Как будто бы я
Ты вообще там сейчас куда-то улетаю? Тоже платное, да? Выходите скорее, давайте. Амир, иди туалет сходи тоже. Здесь тоже платно. Сколько здесь стоит? 1 евро. Да, 1 евро. Я хочу швейцарскую шоколадку.